Здравствуйте! Это снова я, и сегодня мы продолжаем говорить про уход за кожей лица. Еще одна марка, о которой бы мне очень хотелось вам рассказать, это американская марка Neostrata. Пишется вот так вот. Вот. Показываю баночку. В марке Neostrata я попробовала несколько позиций, и о всех них я сейчас вам быстренько попробую рассказать. Как я уже сказала, марка Neostrata – это марка американская, эта марка достаточно недешевая. Линейка марки, которая доступна для меня в той стране, в которой я живу, не очень широкая, и в основном в этой марке представлены продукты, которые работают с возрастной кожей, с кожей с различными изменениями, такими как пигментация, первые морщинки, либо уже более глубокие морщинки. Продукты данной марки обладают очень-очень серьезным составом, и могу честно сказать, что они действительно работают. Большое количество продуктов данной марки я покупать не стала. Я попробовала те продукты, которые мне были нужны для решения тех или иных проблем с моей кожей, и, собственно, сейчас я вам расскажу о своем впечатлении. Первый продукт, вы уже его видели, я вам, собственно, показывала только что данную бутылочку, это Exfoliating Wash. Это вот такая вот пенка для умывания, это не гель, и это именно пенка. Мы снимаем колпачок, у нас здесь вот такой вот носик-дозатор, собственно, несколько нажатий, вы получаете необходимый объем пены, который распределяете между влажными ладонями и уже потом переносите на влажную кожу лица и легко-легко массируете. Это умывание, оно эксфолирующее, как я вам уже сказала, в его состав входит, помимо остальных замечательных компонентов, еще и молочная кислота. И данное умывание, оно стимулирует обновление наших клеток, оно очень хорошо, естественно, очищает кожу, и также оно подготавливает нашу кожу для дальнейшего ухода, для дальнейших кремов, лосьонов и сывороток, и обеспечивает их более глубокое проникновение в слои нашей кожи. Данным умыванием я довольна, периодически чередую его вот с тем самым замечательным умыванием от марки Skin Island, о котором я вам рассказывала в одном из предыдущих видео. Я периодически то умывание использую по вечерам, а вот это умывание использую по утрам, либо наоборот, то есть я их сейчас достаточно активно чередую. Данное умывание мне очень-очень нравится. Оно действительно активно и очень качественно очищает мою кожу. Мне очень нравится состояние моей кожи вот после данного средства. Могу сказать, что смело могу вам его рекомендовать. Объем вот данной бутылочки 125 мл. Я так понимаю, что хватит его надолго, потому что для того, чтобы единовременно очистить кожу вашего лица, как я уже говорила, достаточно 2 или 3 нажатия на вот эту вот помпу. И расход средства вполне экономичный. Еще одно средство от марки Neostrata, которое я попробовала. Собственно, именно с этого средства началось мое знакомство с маркой. Так вот, наверное, будет лучше видно. Это средство называется Pigment Controller. Это такая вот сыворотка с неоглюкозамином, ретинолом, с витамином С и Е и экстрактами различных альпийских растений, которые направлены на борьбу с преждевременной пигментацией кожи, которая осветляет как раз пигментацию, которая у вас уже появилась, а у меня, к сожалению, появилась небольшая пигментация под моими глазками, с которой я сейчас достаточно активно борюсь, и вот это средство я приобрела как раз для подобной борьбы. Оно объемом 30 мл, его хватает достаточно надолго. У него вот такая вот крышечка, здесь, соответственно, носик-дозатор, вы на помпу нажимаете. Я, в принципе, как я вам уже говорила, подобный формат кремов для меня самый любимый, потому что я искренне верю, что уходовая косметика не должна контактировать с кислородом, и контактировать с кислородом она может только на вашем лице, и только тот объем, который вы вот на данный момент наносите на свою кожу, а все остальное содержимое бутылочки контактировать с кислородом не должно. Вот в марке Neostrata подобное правило соблюдено во всех продуктах. Данное средство из линейки Enlighten, оно обеспечивает как раз осветление вашей кожи. Его можно наносить как локально, так и на все лицо. В данном случае я наношу его периодически, раз в 4-5 дней на все лицо во время своего вечернего ухода за кожей лица, потому что
Здесь есть мой любимый ретинол, который помимо того, что осветляет имеющуюся пигментацию, он еще и замечательно борется с закупоренными порами, и вообще ретинол это такой один из главных помощников для обладательниц жирной и комбинированной кожи лица. Вот данное средство, как я уже сказала, я наношу раз, как правило, в 4-5 дней. Иногда не использую после него никакого другого дополнительного средства. Иногда, спустя 15-20 минут после нанесения данного средства, я могу нанести на кожу свой базовый дневной увлажняющий лосьон, очень легкий, не жирный, который помогает мне увлажнять мою кожу, так как все средства с ретинолом, они кожу немножечко подсушивают, и после их применения, как правило, надо очень активно следить за увлажнением вашей кожи, и также после того, как вы начинаете активно применять какое-либо средство с ретинолом, вы должны помнить, что в дневное время вы не имеете уже права забыть о хорошей SPF защите минимум 30 и 40, потому что ретинол, он с одной стороны удаляет ту пигментацию, которая у нас есть, но при этом он также делает кожу более чувствительной для ультрафиолетовых лучей, и кожа, за которой активно ухаживают препаратами с ретинолом, она становится очень чувствительная и может давать еще излишнюю пигментацию, что никому из нас с вами точно и точно не надо. Мой любимчик марки Neo Strata это вот такой вот из линейки Skin Active. Это Intensive Eye Therapy. Это вот такой вот крем для глазок. Он вот в такой вот серебряной тубе. Здесь у нас объем 15 мл. Он также с вот таким вот носиком, очень аккуратным дозатором. Он у меня уже заканчивается, и я думаю, что я его с удовольствием повторю. Я куплю еще один, как это, бутылочку, баночку, и я не совсем знаю, как это правильно назвать. Это антивозрастной, достаточно активный уход за кожей вокруг глаз. Я на данный момент использую его в качестве моего ночного ухода за кожей вокруг глаз. В качестве дневного, как я вам уже говорила, я использую крем легкий от марки Skin Island. Данный крем я наношу в ночное время, перед сном. Он помогает подтягивать кожу моих глазок, он помогает делать ее упругой, он борется с первыми мелкими морщинками, и также он стимулирует выработку коллагена, что очень-очень неплохо. Соответственно, это позволит моей коже как можно дольше оставаться здоровый, молодой и сияющий. Мне данный крем очень нравится и по текстуре, и по запаху, и по его действию, поэтому, как я уже сказала, с удовольствием куплю еще одну баночку. И последний продукт от марки Neo Strata, о котором бы мне хотелось вам рассказать, это вот такой вот, опять у нас все отсвечивает с вами, попробую вам как-то показывать, это вот такой вот дневной крем, он также из линейки Skin Active, называется Matrix Support, и у него есть такая замечательная доп-функция, у него SPF широкого действия с циферкой 30, что очень-очень неплохо для дневного крема и в летнее время года, ну а в зимнее так тем более. Данный крем, он в объеме у нас 50 мл, опять же, нудная-занудная я с вот таким вот замечательным, удобным дозатором, он у нас помогает выравнивать цвет лица, он борется со свободными радикалами, и также он подтягивает нашу кожу и делает ее более упругой. Честно говоря, это действительно неплохой, очень неплохой дневной базовый крем. Я единственное, что ошиблась, потому что я предположила, что он может подойти мне, и, честно говоря, вот это вот была моя ошибка, потому что я думаю, что это очень хороший крем, это отличный крем, но для нормальный и, может быть, даже чуть более склонный к сухости кожи, потому что лично мне он показался жирноват. Я его пробовала в конце лета, я его пробовала в достаточно теплое время года. Возможно, мне стоит еще дождаться зимы, возможно, зимой мне данный крем в холодном климате понравится несколько больше, но в летний период он показался мне слишком тяжелым. Честно говоря, он мою кожу, по моим ощущениям, делал более жирной. После нанесения кожа выглядела очень хорошо, а уже спустя 2-3 часа она начинала очень активно блестеть. Я подобные штуки очень-очень люблю, поэтому, к сожалению, данный крем мне пришлось отложить до лучших времен, либо до какой-нибудь из моих подруг, которая является счастливой обладательницей не жирной кожи, а кожи нормальной, либо даже склонной к сухости. Итак, мы с вами познакомились с еще одной маркой по уходу за кожей лица.
замечательной маркой Neostrata. Марка, правда, качественная. Марка, как я уже сказала, достаточно недешевая. Что я могу сказать, резюмируя? Марка неплохая, какие-то продукты в данной марке мне понравились больше, какие-то продукты в данной марке мне понравились меньше. Тот продукт, к которому я бесспорно готова вернуться, это вот этот вот замечательный Intensive Eye Therapy. Это вот такой вот крем для зоны вокруг глаз от марки Neostrata. Все остальные продукты были очень-очень неплохие, но, честно говоря, я понимаю, что в других марках существуют, может быть, более удачные аналоги. Так, замечательный вот этот вот крем с ретинолом, Pigment Controller. Я понимаю, что как вариант, когда у меня нет другого крема с ретинолом, он действительно очень-очень неплох, но вот та сыворотка, которая у меня какое-то время назад закончилась с ретинолом от английской марки Medic 8, мне, честно говоря, как такое вот суперактивное мощное средство с ретинолом, которое заботится о моей коже, мне понравилось больше, признаюсь честно, поэтому открываю охоту на него и надеюсь, что в ближайшее время я каким-то образом смогу данное средство раздобыть. Спасибо большое, что остаетесь со мной. Спасибо большое, что подписываетесь на мой канал. Если вам понравилось данное видео, ставьте пальчики вверх. Пишите комментарии внизу, я с удовольствием на всех на них отвечу. Впереди у нас с вами еще очень-очень много интересных видео, очень-очень много интересных идей, которыми я с удовольствием буду с вами делиться. Пожалуйста, не грустите, улыбайтесь, оставайтесь, пожалуйста, добрыми, старайтесь быть счастливыми, любите друг друга, будьте красивыми. И до скорых встреч, пока-пока-пока!